Дональда Трампа в третий раз номинировали на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил директор Норвежского института исследований проблем мира. Имя того, кто выдвинул кандидатуру Трампа, держат в тайне. Известно только, что это американец. Этот же человек предлагал американского президента в прошлые годы. По его мнению, Трамп достоин награды за идеологию борьбы за мир с помощью силы и другие заслуги.